весь июнь на территории городского округа идут масштабные работы по очистке детских площадок от загрязнений. Сотрудники коммунальных служб убирают мусор и сухие ветки. Специальным антибактериальным средством рабочие моют поверхности горок, лестниц и перил. Тщательная уборка не только улучшает внешний облик площадки, но и делает досуг детей безопасным. Помимо детских площадок, очистительные работы ведут во дворах многоквартирных домов. При необходимости чистоту наводят и на контейнерных площадках.